этот короткий видеоролик про то, как компания ИТВ-сервис абсолютно не обслуживает дома, находящиеся по улице Береговской объездной 1А и 1Б. Вот мы подходим к повороту, к нашим домам. Как видите, здесь такая лужа, больше похожая на реку. Она не высыхает даже в самые засушливые дни. Глубина этой лужи порядка 15 сантиметров. Но мало того, посмотрите, какие прекрасные газоны вокруг нашего дома. Это все относится к придомовой территории. Остатки гравия, которые вы видите, были насыпаны 2 года назад мной, когда я купил квартиру в этом доме. Вот посмотрите, на сегодняшний день здесь даже ямы. По всей видимости, тут живут непонятные животные и роют такие ямы. Это двери первого подъезда. Как видите, они тоже не ремонтировались с момента постройки этого дома. Продолжаем обзор придомовой территории. Смотрите, вот проваливающийся фундамент. Плесень, грязь. Все обслуживание дома сводится к тому, что 2 раза за лето к нам во двор пришли люди в оранжевых жилетах и покосили траву электрокосами. И это при том, что стоимость обслуживания квадратного метра жилой площади в нашем доме составляет ни много ни мало, а 2 гривны 85 копеек. Повторюсь еще раз, обслуживание придомовой территории нашего дома абсолютно не ведется компанией ИТВ-сервис. Вот мы обходим территорию, вот тут еще небольшие такие, в кавычках, небольшие лужи. Ни о каких детских площадках речь не ведется, ни о каком благоустройстве территории. Только, как видите, идет выписывание счетов за просроченные платежи. И более ничего. Понятное дело, что люди просто отказываются платить такие бешеные счета. Сейчас я вам покажу внутренность нашего 2-го подъезда. Это все еще наша придомовая территория. Самое интересное, что военные действия здесь, на территории Береговской объездной, не ведутся. Но складывается такое впечатление, что как раз таки происходит наоборот. Вот наш 2-й подъезд. Вот дверь с разбитым окошком. Окно разбито. Не знаю, наверное, еще при строительстве дома до сих пор не поменяли. Вот. Облупленные стены. Чистоту в подъезде поддерживаем мы, жильцы. Видите, это все находится на балансе ИТВ-сервиса. Старые рамы деревянные. Облезлые стены. Это все подъезд номер 2 по адресу улица Береговская 1А. Вот и как вишенка на торте,
Спасибо за внимание.